Это вы? С возвращением? A pocket full of poses. Эта история пока не завершена. И ваше решение ее закончит. Поиграть. Что-то злое к нам спешит. Дайте отдохнуть. Не останавливайтесь. Идем. Постой. Он устал. Хрена с два. Это на нас охотятся. Не на вас. Надо идти. Все в опасности. Не только вы. Ладно. Что будем делать? Я не знаю. Надо немного отдохнуть. Вы спите? Ничего себе. Если бы. После такого адского денька я вряд ли засну. Хотя сил вообще нет. Есть идеи, как отсюда выбраться? Так. Уже понятно, что помощь не придет. Мы сами по себе. Похоже на то. Нам надо остановить Мэри. Это наш единственный шанс. Найти Мэри, остановить ее – это хороший план, окей? А вторая девочка, которая от нас убегает? Я уверен, она как-то связана с Мэри. Может быть, она пытается нас куда-то привести? Куда? Не знаю. Может, туда, где мы положим этому конец? Все слишком неопределенно. Кажется, от нас уже ничего не зависит. Мэри в центре всего происходящего – этих судов и страшных казней. Я даже не уверен, реальна ли она. Как мы ее остановим? Слишком поздно дергаться. Все, конец. Попытаемся. Ради всех остальных и ради себя. Мэри, ключ ко всему. Я уверен. Это не так просто. Она же ребенок, мы не можем взять ее. Послушайте, когда встретим ее, сделаем все необходимое. Что там? Пс-пс. Ну нет, тварь пришла меня прикончить. Но прицельтесь как следует. Давайте, она уже рядом. Пристрелите гадину. Я попал? Убил? Пиздец. Ключ ко всему. Нет, 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 нет. Анжел, простите меня. Это может быть. Мы видели, как ее утащили. Она никак не могла оказаться здесь.
Тише, Джон. Перестаньте. Это случайность. Это просто пиздец. Я думал, это монстр идет за нами. Эта дрянь больше никому не навредит. Надо было его сразу нахрен забрать. Бегом! Живо! Профессор, вы там? Дэниел, Тейлор, ребят! Куда вы делись? Убери от меня эту тварь! Хрен его знает, как мы выбрались живыми. Рано радуешься. Мы все еще в полной жопе. И сраные мутанты еще рядом. Надо уходить. Лучше победить себя, чем выиграть тысячи сражений. Тогда победа твоя, и ее не отнимут. Ни ангелы, ни демоны, ни рай, ни ад. Вы, может, уже кое о чем догадались? Что все и вся может оказаться не тем, чем кажется. Три казни, три терзаемых создания, и пока что лишь одна погибшая душа. Анжела, но, похоже, вы сами себе злейший враг. Я ведь говорил быть аккуратнее с этим пистолетом. Как полагаете, что прячется за углом, скрытое в тумане? Что-то злое к нам спешит. Светлячки. Это они светятся. Такой красивый. Разве нет? Какой-то странный.
немыслимо. Глаза подводят меня. Прошу простить за поздний час. Нужно потолковать. Что тебя гложет? Мэри. Тревожно мне. Она в судах в страшной роли выступала. Сии суды всех тревожат. Здесь иное. Сестру казнили, а на ее устах была улыбка. Она убивалась. Ты уверен? Да. Но ныне она терзаема виной и стыдом. Не могу я не верить ей. Не подступай к ней, Авраам. Дитя сие приносит лишь беды. Поздно. Лишившись брата и сестры, Мэри нашла приют под моим кровом. Я боюсь, твое милосердие может тебя погубить. Дай мне совет. Скажи суду, что она нас дурачит. Что узрело ее упоение смертью сестры. Я молю тебя. Не вынуждай. Мэри полна сожалений. Умолчишь о подозрениях, и за это поплатится весь город. Никто не огражден от ее зловредных выдумок. Хорошо. Коли суд услышит, я выскажусь. На мне чары. Это не чары. Как иначе объяснить твое явление? Не могу объяснить, но дело в другом. Она призвала тебя на защиту, дабы принудить меня к молчанию? Лишь дьявол мог сотворить демона с моим обличием. Я не демон. Но мы похожи, и это чертовски странно, согласен. Чего тебе надобно? Я хочу узнать, что ты скажешь в суде. О Мэри. Я решился говорить в суде. Но ныне не уверен. Знаю, как это звучит, но надо выступить. Сказать, что она натворила. Как советует твой друг. Слуги дьявола искушают меня. Я не поддамся. Литл Хоуп не тот, каким был прежде. Диковинные происшествия стали обыденностью. Вы, кем бы вы ни были, лишь одно из них. Поведав правду о Мэри, я спасаю друга. Но как же тяжело от осознания, что тем я выношу приговор ребенку. Тогда ты защити друга и выступи против нее. Обвинения, эти казни, все из-за нее. Ты должен сказать правду. Ты проклят. Это знамение дьявола. Надеюсь, этого хватит, чтобы помешать девчонке и спастись. Посмотрим. Кажется, я был неправ. Ну что? Удалось разобраться с Мэри? Нет. Даже не видели ее. Черт. Двойника Эндрю. Он хотел выступить против Мэри. Сказать, что она вредный ребенок. А не охотница на ведьм. Ну так это же отлично. Мы видим события, которые произошли сотни как лет ты? Назад. Не очень. Демоны из прошлого? Не знаю, сколько еще я смогу выдержать. Вот чего я не ожидала, это стать частью команды. Мне нравится. Никакого. Со мной это впервые. Да, в точку. Я и сам кое-что сегодня понял. Жаль, нужны были ведьмы и призраки. Нам бы здорово пригодился этот, как его, паладин, воин света. Охренеть! Не знал, что ты в теме ролевок. Ты обо мне многого не знаешь. Я тебя еще удивлю. Увидишь. Пора двигать. В жопу это сраное место и сраную аварию заодно.
Тейлор? Где ты? Тейлор! Тейлор! Это ты? Держись! Ни в коем случае не отпускай! Помоги! Не отпускай! Я не отпущу! Что Тейлор нет. Какой ты пиздец. Нам надо уходить отсюда. Пойдем туда. Выйдем, наконец, из проклятого леса, а по пути все обсудим. Тейлор, не могу поверить. Этого не может быть. Не верю, что Тейлор мертва. Какой же я мудак! Мог ее спасти. Ты явно был ей не безразличен. Надо, чтобы твой двойник настучал судье на Мэри. Только так мы ее остановим и останемся в живых. Мы не знаем наверняка, что спасемся, если остановим Мэри. Это теория. Была другая теория. Если сожжем куклу, избавимся от Мэри. И как сработало? Да, только теория. Но больше у нас ничего нет. Идем. Оглядимся. Смотрите-ка! Эй!
Они идут. Бежать некуда. Я помогу им с поиском. Он может быть опасен. Вряд ли он понимает, в какой мы передряге. Ну же, внутрь! Ну, здесь давно никого не было. Вот мой черед предстать перед судьей. Ужас обуял меня. Я не ведаю, как воспримут мое свидетельство. Дьявол ослепил многих. Они не ведают, что истинно, что ложно. Добром это не обернется. Его слова стремятся исказить истину. Позволь мне быть тому судьей. Авраам и Джозеф союзники в этой лжи. И не далее, чем вчера, ты приговорил Джозефа к смерти. Неужто ныне ты усомнился в этом? По сей день ничто не смутило моей веры. Джозеф, как и жена его, знался со злыми силами. Суд благодарен преподобному Карверу, презревшему гнев дьявола, дабы о том поведать. Таков мой долг, судья. Однако закон обязывает суд к неустанным поискам истины. А посему нам следует рассмотреть заявление Авраама против Мэри. Дозволь сказать кратко, судья Вайман. Кратко, преподобный, время не терпит. Мэри явила великое бесстрашие, выступив против зла. Немногим достало бы мужество. Однако в награду за изобличение зловещего шабаша ее хотят опорочить. Ее бесстрашие несомненно. В ее намерении следует увериться. Ее обвиняет никто иной, как назначенный ей опекун. Ясно, что сие дело ему не по силам. Я прошу суд назначить Мэри другой приют. Кто станет опекать ее, преподобный? Я готов взять на себя ответственность за дитя. Если суд так решит. Прежде суд выслушает слова Авраама и лишь затем решит судьбу девочки. Авраам! Я не ведаю, как поступить. Совесть велит мне выступить против Мэри, но сердце противится такому деянию. Расскажи судье всю правду. Девчонка зло. Нельзя это скрывать. Суд готов выслушать твои слова. Говори, юноша. Смелей! Мэри толковала о злых духах, колдовстве и дьяволе. Многие не верят, что сие возможно в Литл Меня Хоу. Не занимают истории и слухи. К делу, юноша. Мэри призналась мне, что все ее обвинения напрасны. Дитя ничего того не видела. Нет ни колдовства, никаких фамильяров или дьяволов. То были лишь плоды ребяческих фантазий. Ты сознаешь серьезность своих речей? Сознаю, судья. Хорошо. Теперь иди. Мэри со мной останется? Ввиду твоих слов, полагаю, Мэри лучше сменить приют. Преподобный Карвар станет ее опекуном по приказу суда. Рассказывайте. Вы видели двойника Эндрю? Да, видели. Он сказал судье, что Мэри все придумала. Все ее слова — ложь. Ладно, что теперь? Не уверен в своем выборе. Но мы хотя бы знаем, что можем на что-то влиять. Это ведь хорошо, да? Вы согласны? Все было, как он сказал. Что за хрень? Нам пора. Идемте скорее.
Иди сюда. Посмотри на это. Вот это дичь. Это слишком. Это, блядь, перебор. Сперва на нас похожа кучка стрёмных охотников на ведьм из прошлого. Теперь вот семейка из хитового ужастика 7 и тоже похожа на нас. Так какого хера? Что это значит? Думаешь, они погибли, как другие? Не знаю. Мало ли что случилось. Может, мы все видим один кошмар? Ты правда хочешь сувенир? Этой ночью? В этом месте? Ну да. Я прихвачу его. Слышите? Прямо под нами. Надо уходить отсюда. Быстро. Тяжелый. Эндрю, иди сюда и помоги мне. Что там? Ты оттуда, я отсюда. Толкаем вместе. Так? Ну, давай! Ого! Оу, черт! Эй, ты живой там? Спасите! Он идет за да тобой! Да что ты такое? Пойдем, пока ничего не случилось. До следующей встречи. Или же где-то еще.